Джоли и Питт разводятся? Западные СМИ вовсю обсуждают новость о том, что Брэд Питт якобы устал от постоянного контроля со стороны жены и хочет свободы. По слухам, ему не нравится, что супруга выступает в роли единоличного лидера в семье. Она очень яркая индивидуальная личность. Я знал это с самого начала. Сейчас парочка вроде бы даже находится на грани развода. Мы просто смотрели друг на друга. Я не могу говорить. Начинаю плакать. Впрочем, еще год назад интернет облетела новость о грядущем разводе. В воде сладкой парочки после того, как папарацци застали Энджи и Брэда ссорящимися на балконе в Сиднее. Питт что-то доказывал Джоли, активно жестикулируя, а та слушала его со слезами на глазах. Все обошлось, и супруги помирились. Может быть, и на этот раз они передумают разводиться. Даша Юрова, про новости.